Приходят к дедушке друзья. Владимир Степанов читает. Ученица 3 класса детской музыкальной школы номер 1 города Нижнекамск. Салямова Раиля. Приходят к дедушке друзья. Приходит День Победы. Люблю подолгу слушать я их песни и беседы. Я не прошу их повторять рассказов сокровенных, ведь повторять опять терять товарищей военных, которых еще до сих пор награды боевые. Один сержант, другой майор, а больше рядовые. Я знаю, трудно каждый год рассказывать сначала о том, как армия вперед с надеждою шагала, о том, какая там пальба, как в сердце метят пули. Судьба, вздохнут они, судьба, а помнишь, как в июле? Я молча рядышком сижу, но кажется порою, что это я в прицел гляжу, что я готовлюсь к бою, что те, кто письма пишут мне, уже не ждут ответа, что даже лето на войне совсем другое лето. Приходят к дедушке друзья отпраздновать победу. Все меньше их, но верю я, они опять приедут. Спасибо за внимание!